Прием граждан по личным вопросам провела заместитель председателя Кабинета министров Чувашской республики Алла Салаева. Всего в ходе личного приема к вице-премьеру обратилось 5 человек. Светлана Фунт и Светлана Николаева столкнулись с одними и теми же трудностями при воспитании детей с ОВЗ. В частности, их беспокоят особенности получения общего образования. Мамы пришли на прием граждан с просьбой организовать для детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата специального класса. Наши дети заканчивают начальную школу. Школу Надежды. Начальная школа. После этой школы нам предлагают идти или на домашнее обучение. Большинство, так как у нас дети колясочники. Или предлагают нам ехать на южный поселок, в другой конец города, где можно добраться за 1,5 часа. И все. Нам предлагают, чтобы детей пустили в общий класс. Ну, а почему? Потому наши что? Дети не смогут так учиться. Уготовьте список в разрезе детей, кто готов идти в класс, чтобы мы, исходя из реальной потребности, вместе с директорами, да, архитекторами, решили, что вам нужно сделать. Рассматриваем две школы. Новый город, и тоже там все хорошо, и в Луске. Для того, чтобы школа могла принять детей с ОВЗ, нужны специальные педагоги и инфраструктура. Алла Салаева отметила, что директора гимназии номер 5 и школы номер 65 обладают опытом и знаниями, необходимыми при формировании педагогического состава для работы с такими детьми. Кроме того, обсудили меры поддержки многодетных семей, в том числе льготы на детское питание в школе и в детском саду, и вопросы организации в сентябре месячника «Честь и хвала старшему поколению». Очень интересно, есть такие мероприятия в Аликове, в Ядрине, в Канаше, вот связано с университетами. И самое главное направление университета старшего поколения – это компьютерное обучение. И хочется сказать, что мы родоначальники Чувашской республики в этом направлении. И в прошлом году мы по компьютерному обучению, значит, вошли в пятерку среди 85 субъектов Российской Федерации. Так, 28 мая в Университете пожилых людей планируется провести фестиваль по компьютерному обучению, 11-го по счету. Наталья Мальчикова, Александр Атиков, Республика.